Открытие выставки приурочено 95-летию со дня рождения архитектора, художника и педагога. Из них 55 лет Мария Мочалова проработала в нашем ВУЗе. В Зале искусств собрались ее родные, коллеги, бывшие студенты и люди, интересующиеся искусством. По словам организаторов, все представлено лишь малая часть творческой и профессиональной жизни Марии Петровны. На подготовку экспозиции ушло несколько месяцев. Еле-еле успевали вот к сегодняшнему открытию. Это очень большая работа, конечно, потому что материал разный, личность многогранная. Материал был собран во многом благодаря дочери Марии Мочаловой, Наталье Петровой, сумевшей сохранить культурное наследие архитектора. Экспозиция вместила более 70 произведений и архивных материалов. Среди них пейзажные и портретные работы Марии Петровны, научные труды и специализированные книги, а также некоторые архитектурные чертежи. На выставку пришли студенты смежных специальностей, будущие архитекторы, дизайнеры, инженеры-строители и художники. Мне было очень интересно посмотреть. Сказали, что она архитектор, возможно, дальше я тоже пойду на архитектуру. Мне было интересно посмотреть на ее работы, познакомиться с ее творчеством, и я в очень отличных впечатлениях от выставки. В завершении мероприятия почетные гости получили памятные каталоги, посвященные Марии Мочаловой. В них представлен биографический материал и материалы о деятельности Марии Мочаловой.